Такая история, что если система и государство вынудят пользоваться этой карточкой, то, безусловно, мне придется ею пользоваться. Но, по большому счету, я против, потому что есть прекрасные визы и мастер-карт, которыми большинство людей пользуются. Это очень удобно, ты можешь пользоваться этим по всему миру. Более того, если там, ты заходишь на какие-то западные сайты и покупаешь что-то там, билеты, одежду, что угодно, то ты тоже, естественно, пользуешься этими картами. И непонятно, как наши карты будут работать на их сайтах. Плюс, мне кажется, есть пример ГЛОНАССа, который не самый удачный, да, то есть хотели полностью запретить навигацию GPRS и оставить только систему ГЛОНАСС. Не GPRS, а как она называется? Да, хотели полностью запретить GPS-навигацию, оставить систему ГЛОНАСС, но, как показала практика, система ГЛОНАСС пока не справляется с поставленными задачами. Но я буду рада, если наши, не знаю, люди, да, какие-то русские экономисты будут развивать это, потому что пока, к сожалению, наши системы абсолютно не конкурентоспособны по отношению к западным. Там тоже касается каких-то российских смартфонов, российских автомобилей, российского, соответственно, ГЛОНАССа, и не знаю, что там будет с платежной системой нашей российской. Но пока, учитывая все вышеперечисленное, как-то страшно об этом думать.